спортивной школе имени Федора Симашова состоялось заседание Совета по физкультуре, спорту и туризму при главе Заинского муниципального района. На Совете были заслушаны выступления о состоянии физкультуры и спорта в Заинском районе. В своем выступлении по этому вопросу начальник управления по спорту обозначил одну из главных задач – сделать занятия спортом массовыми. Республика Татарстан – один из лидирующих Российской Федерации, и по итогам статотчета 2018 года у нас получается 47,8% занимающихся. Структура, скажем, спорта Заинского муниципального района – это детский спорт, занятия, то есть детский спорт разделяется, занятия детьми дошкольного возраста, уроки физической культуры в школах, спортивные школы – это работа в спортивных школах, студенческий спорт. Дальше идет уже организация физкультурно-массовой работы с работниками предприятий, организации и сельской молодежью. Это что входит туда? Спартакиада Сәлем-Әділік, город отдельно, район отдельно, лыжня Татарстана, кросс Татарстана. В нашем районе работу ведут 4 спортивные школы, культивируется 19 видов спорта. На сегодняшний день спортсмены района приняли участие в 85 республиканских, 37 всероссийских и 7 международных соревнованиях. В копилке медалей у наших спортсменов 156 золотых, 119 серебряных, 174 бронзовых медали, завоеванных в соревнованиях различного уровня. На заседании также были обсуждены вопросы по вовлечению дошкольников к занятиям лыжным спортом, организация физкультурно-спортивной работы в сельской местности, а также оздоровительная работа в производственных коллективах. Елена Маврина, Денис Ипатов, Александр Тимофеев. Новости Татарстана.